Советского информбюро. Войска 3-го Белорусского фронта захватили крупные военные склады. Войска 1-го Белорусского фронта боем овладели городами Дойчкроне и Меркеш-Фридланд, важными узлами коммуникации и сильными опорными пунктами обороны немцев в Померане. Войска 1-го Украинского фронта форсировали реку Одер, северо-западнее города Бреслау, прорвали долговременную оборону у немцев на западном берегу реки и за 4 дня продвинулись вперед до 60 километров. В Будапеште продолжались бои по уничтожению окруженного гарнизона противника, в ходе которых наши войска заняли 45 кварталов. На всех фронтах подбито 125 немецких танков. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 43 самолета противника.